Да, я начну эфир. На озере Донудла. На даний час великий десантний корабель «Константин Альшанський» та «Тращі Черкаси» перебувають на рейді бухти Донудла під українськими прапорами. Як відомо, сьогодні вранці була спроба захопити «Тращі Константин Альшанський», але ця спроба виявилась марною. Група захвату на швидкісних катерах намагалася висадити на борт корабля абордажну команду. Екіпаж корабля, вміло керуючи кораблем, виконуючи певні маневри на високій швидкості, ушов від переслідування. Тобто на сьогодні перша спроба штурму вдалась марною. Що стосується ситуації по Феодосії, то наразі на цей час усі 80 морських піхотинців, які сьогодні зранку були затримані для дачі пояснень щодо факту штурму військової частини Феодосії, відпущені. Як відомо, під час допиту на військовослужбовців робився тиск, моральний вплив, звинувачували військовослужбовців українських в якихось злочинах, погрожували карними справами. На цей час невідома доля командира батальйона морської піхоти підполковника Дмитра Дерепіцького та його заступника по роботі з особовим складом майора Ростислава Іломтєва. Наразі на цей час невідомо, де вони перебувають, на зв'язок не виходять. Як повідомляють очевидці подій, сьогодні вранці після захоплення батальйону морської піхоти тих офіцерів загрузили вертольот, який полетів невідомого напрямку. Шановні колеги, якщо є питання до пана Владислава, я сподіваюся, він зможе відповісти на пару з них. Здравствуйте, Пітер Леонард із Associated Press. У мене такі общі питання. Просто хотілося конкретизувати кількість солдат, які знаходилися в Криму, тобто українських солдат, які знаходилися в Криму до анексації. Сколько сейчас, какое количество ожидается будет эвакуировано с Крыма, какое количество ожидается отступают на российскую сторону. А если можно тоже спросить, то с каким... Я перепрошу, давайте мы почуем ответ на первую часть. Хорошо, я прошу только, можно на русском языке просто ответить? Да, спасибо, потому что вопрос я не услышал, достаточно слабый звук. Значит, что касается количества войск, которые дислоцированы в Крыму до начала всех этих динамических действий, которые мы наблюдаем в течение последних трех недель, то эта информация является грифованной, так как Украина является страной, которая подвергается агрессии, поэтому эту информацию я озвучивать не могу. Что касается количества войск, которые планируются на эвакуацию, этих цифр у меня также нет, потому что у меня есть оперативная информация о том, что, где происходит в Крыму именно сейчас. Обобщенные данные, я так понимаю, есть в соответствующих службах и структурах Министерства обороны Украины, которые занимаются вопросами организации эвакуации военнослужащих и членов их семей. Кстати, на этот час, насколько мне известно, есть только решение Совета национальной безопасности. Дальнейшую цепочку развития этой ситуации я не знаю. Также есть информация о том, что на сегодня на 15 часов планируется вывод батальона морской пехоты из Феодосии, но на этот час украинские морские пехотинцы заявили буквально следующее. Мы не покинем территорию Феодосии до тех пор, пока в батальон не вернулся командир батальона и заместитель командира батальона по работе с личным составом. Без командира батальона в Феодосии не уйдет. Прошу. Сергій Дрозд, Спільна ТВ. Питання по Феодосії. Наскільки стало відомо цим нашим морпіхам, поручили охороняти склади зі зброєю, але самої зброї для охорони цих складів не дали.
Хто дав такий наказ? Чи є така інформація? Эту информацию, я думаю, сможет детализировать и разъяснить более конкретно командир батальона Дмитрий Деревтинский после его освобождения. Мои источники эту информацию не могут ни подтвердить, ни опровергнуть. Да, пожалуйста. Распространилась информация о том, что Турчинов заявил, что идет передислокация военнослужащих Украины. Вы можете подтвердить эту информацию? Началось ли уже это? И детально, если можно, об этом. Ну, во-первых, я прошу прощения у коллег, я не слышу, да, вопрос, который задают проблемы с ответом. Значит, что касается действий исполняющих обязанности президента, я так думаю, что все-таки в первую очередь нужно апеллировать к пресс-службе президента. Что касается ситуации в Крыму, то, насколько я знаю, на этот час в Крыму приказ войскам стоять и держаться. Этот приказ озвучил министр обороны, иного приказа я пока не слышал. Коли йдеться про вивід наших військовослужбовців з Криму, цікавить питання, чи вони виходять зі зброєю і своєю технікою, чи це просто люди, які, грубо кажучи, чекають звідти. Дякую. Владислав, вопрос по поводу виводу. Нужно совершенно четко понимать, что все мы люди военные и действуем согласно приказу. Как только поступит приказ, там будет четко расписано, каким образом мы убываем, куда убываем и что мы, на чем мы убываем, что с собой забираем. Чи є ще питання? Do you have any other questions? Can you tell us anything about the any discrimination or bad treatment of Ukrainian soldiers who are not on the base, who are, you know, have already retired or at home or whatever? Is there, you know, pressure on them also to leave Ukraine, leave Crimea? У меня такой информации нет. Единственное, о чем я могу заявить, это то, что в ходе нынешней конфликтной ситуации, назовем ее так, наши визави с российской стороны использовали достаточно специфические методы давления на украинский военный персонал. Так, например, в базе, которая дислоцируется в поселке Новоозерно, это южная военно-морская база, с целью захватить воинскую часть, российские военнослужащие использовали живой щит из женщин и детей, которые проживают на территории поселка, и практически за их спинами прорвали оборону части и ее захватили. Что касается отношения к членам семьи военнослужащих, то, естественно, есть напряжение, люди переживают, никто не знает, что будет завтра, потому что фактически ситуация достаточно напряженная, и она продолжает развиваться. Никто не знает, как она будет реализована. Dear colleagues, thank you for your questions. I think we'll be over with Mr. Shepelev and now Selesnyov, and now get further to Mr. Voloshin. So once again, let me introduce to you Mr. Voloshin, who is the president of NGO Union of Sea Marines or Sea Soldiers of Ukraine. Thank you. Добрий день, уважаемые дамы и господа. Я, в принципе, возглавляю Союз морских пехотинцев Украины и хочу представиться, что полковник запаса Волошин Владимир Андреевич проходил службу на Северном флоте в 93-м году после
распада Советского Союза я вернулся на Украину. И, в принципе, я, как говорится, был удостоен, или судьба мне удостоила такую почетную обязанность быть и формировать морскую пехоту Украины, и формировать бригаду морской пехоты Украины и быть ее первым командиром бригады с 93 по 96 год. Я готов сейчас ответить на ваши вопросы, которые будут наиболее корректны, на которые я смогу вам ответить, потому что, слыша вопросы, которые вы задаете иногда некоторым представителям в Крыму, то сами понимаете, что есть компетенция определенных людей, которые, какие ответы они могут давать. В настоящий момент действительно очень много вопросов накопилось или может, на которые могут ответить только компетентные специальные управления, это Министерство обороны, соответственно, администрация президента, потому что не всегда рядовые или, я к себе тоже отношу в какой-то степени рядовым сотрудникам, рядовым военнослужащим, которые не могут иногда полностью ответить на все ваши конкретные вопросы. Задавайте вопросы, я готов отвечать. Any questions, Mr. Voloshin? Чи є питання? Steve Herman from The Voice of America. Obviously there's some confusion about the current situation, the orders, as we just heard previously, whether the troops and the sailors and Marines have been now ordered to leave, whether they're supposed to take their weapons with them. With the communications that you've had, what is the clarity that you can give us about what is happening today with the Ukrainian military forces in Crimea? Я прошу прощения, мне переведут вопрос? Да, конечно, сейчас. На английском языке перевода не было. Я слышу, но... Микрофон, дайте человеку, чтобы еще раз задал вопрос. Take two. Steve Herman from The Voice of America. Obviously, there is a lot of confusion. We've heard seemingly conflicting statements coming out of the acting president's office, from the Ministry of Defense. Based on the conversations you've had today with forces in Crimea, as far as the orders and the situation with what they are supposed to do from today, can you give us any clarity as to what is happening right now on the ground in Crimea with the Ukrainian military? Я понял вопрос. Мне, наверное, сложновато ответить, дать по... Мне очень, наверное, будет трудно ответить полностью вам на данный вопрос, но я попытаюсь ответить то, что в моей компетенции, то, что я могу вам сказать. С момента противостояния я, как все-таки командир, бывший командир бригады морской пехоты, я непосредственно поддерживал с двумя батальонами, и Керченским, и Феодосийским батальоном морской пехоты, непосредственно с командирами и с их заместителями по воспитательной работе, или, как говорят, замполитами батальонов. Я знал одно, что батальоны, как мне говорили, ощетинились и готовы дать отпор любому агрессору. Но сами понимаете, что в данной ситуации на Украине все-таки, наверное, это есть какое-то противоречие, очень сильное противоречие для военных, потому что и военная присяга, и то, что специально в 93-м году было рождено в рядах морской пехоты Украины, каждый морской пехотинец давал клятву морского пехотинца. Она есть, в принципе, в интернете, ее можно, наверное, прочитать и увидеть эти слова. Я именно сегодня
Не могу вам дать конкретную оценку по этим двум батальонам и что там случилось. Я знал все эти три недели о том, что морские пехотинцы держатся, выполняют приказ и готовы защищать свои городки. Однако не буду, потому что у меня отсутствует эта полная информация, что произошло последние 1-2 дня, что могло повлиять на принятие того или другого решения. Я так думаю, что пройдет время, и мы будем знать или понимать, что повлияло на решение командиров батальонов или привело к такой ситуации, которая сейчас сложилась конкретно в частях морской пехоты. Именно тогда мы можем сделать какие-то выводы. Сейчас я считаю, что делать вывод по офицерам, по морским пехотинцам, делать преждевременно, я думаю, время покажет. Я скажу как морской пехотинец, что история морской пехоты, в том числе и Украины, она имеет и спады, и подъемы. И я думаю, это очередной тот спад или тот очередной урок, который мы должны извлечь из жизни и, наверное, сделать выводы на будущее. Я одно скажу, что в любом состоянии моральный дух морских пехотинцев был очень высокий. Скорее всего, здесь я лично вижу недостаток, отсутствие все-таки, то есть, как говорится, нити или, как говорится, звена управления бригадой. Я думаю, если бы была бригада или хотя бы того времени 96-го года, я думаю, при управлении командир бригады, наверное, бы не принял бы так, какого-то противоречащего решения и никогда... Ну, наверное, не случилось это, но я еще раз говорю, не хочу делать сейчас выводы, потому что я полностью не владею обстановкой, что случилось там, в Крыму. Я скажу одно, что морские пехотинцы – это хорошие воины, и Украина должна ими гордиться. Ну, если кто-то где-то и нарушил что-то, то, наверное, все-таки в определенной обстановке, после оценки, произведенной оценки тех или других ситуаций, мы сделаем определенный вывод. Я вам скажу, что я не беру себе компетенцию Министерства обороны или администрации президента давать вывод за государство. В первую очередь только по той простой причине, что любое сейчас негативное, да, для прессы это в принципе сам факт или, допустим, взгляд человека, который не находится сейчас при исполнении служебных обязанностей. С одной стороны, это хорошо, но я просто отслеживаю последние все моменты. И иногда некорректное высказывание в адрес государства, высказывание какой-то структуры не очень правильно используется журналистами в той же России. И я не хочу своим, допустим, каким-то замечанием или каким-то выводом, некорректным выводом ставить под угрозу нашу Украину и давать очередную возможность преподносить какой-то факт недовольства или паники в нашей Украине. Я знаю, вооруженные силы приведены в боевую готовность. Сейчас, наверное, многие знают, что морские пехотинцы, ветераны морской пехоты, мы выступили с обращением к президенту Украины и ко всем, кому уже возможно, чтобы на базе ветеранов морской пехоты Украины, а это те, кто служил и в Советском Союзе, и кто служил в воинских частях морской пехоты Украины, чтобы на базе нас сформировали, нас прикрепили хотя бы к какой-то воинской части, где мы можем в первую очередь самоорганизоваться, разбиться на подразделения, на отделения и тому подобное, провести какие-то боевые слаживания. Пока этот вопрос рассматривается, но я знаю, что мы уже контактируем со штабом воздушно-десантных войск, где воздушные десантные войска, непосредственно дислоцирующие в пунктах своей постоянной дислокации или уже на боевых позициях, они готовы принимать ветеранов морской пехоты как добровольцев и выполнение долга как военнослужащих в защите нашей Украины. Питер Леонард, Associated Press, снова. Как известно, определенное количество войск приходило на российскую сторону. А вы, как военный человек, как рассуждаете такое решение, кстати, в том числе у бывшего командира украинской
морских сил Березовских, который сегодня был назначен, как стало известно, замкомандиром Черноморского флота. Я не знаю, кем его назначили. Я с этим человеком встречался всего лишь навсего один раз. В прошлом году на праздновании Дня морской пехоты в посольстве Соединенных Штатов Америки, когда мы от Союза морских пехотинцев тоже поздравляли морских пехотинцев, поздравляли с их профессиональным праздником. О качествах данного адмирала, насколько я знаю, капитана третьего ранга на Украине или разжалованного офицера, я, честно говоря, мне не хочется говорить об этом человеке. Опять же, исходя из того, что я не знаю, чем и как двигало в этом человеке принятие данного решения. Но в любом случае, я скажу вам, что учитывая то, что после распада Советского Союза, когда многих офицеров, которые уходили на Украину, обвиняли в измене присяги и принятии присяги, наверное, с народа Украины. Я, наверное, тоже задавал себе сам вопрос этот и отвечу вам в таком плане. Да, действительно, я в 15 лет одел суворовскую форму. В 15 лет я стал на путь обучения, чтобы стать защитником своего отечества. Я принимал присягу и давал клятву, принимал присягу на верность советскому народу. Но я всегда говорил, что военнослужащие — это та категория людей, которые, судьбы которых иногда находятся или очень часто находятся в руках политиков. Я хочу вспомнить именно вот 15 своих лет, когда я первый раз в Суворовском училище нашел высказывание одного военнослужащего, даже не помню какой, или английской, или американской армии, но он говорил так: в мирное время многие политики, многие большие, великие люди, звезды нас ненавидят, нас не уважают и презирают нас, как какую-то прослойку, прослойку общества. Я не скажу сейчас дословно, но перейду своими словами. Но когда вы развязываете войны, и вы обращаетесь к нам, и вы готовы отдавать своих детей в армию, отдавать своих девчонок замуж за офицером, именно тогда становится престижем служба в армии, защита Отечества. Я скажу, что когда распался Советский Союз, наверное, все-таки было дело чести любого того же президента Горбачева освободить военнослужащих бывшего Советского Союза от присяги Советскому Союзу как распавшемуся государству. Ну, хотя, наверное, каждый сделал себе выбор определенный, и здесь действительно был, наверное, обдуманный выбор. Сейчас я не могу понять этого адмирала или самой. Я не знаю, какая у него будет дальнейшая судьба. Жизнь покажет. Но я не думаю, что служба у него будет успешной. Потому что единожды изменивший, наверное, славы не сделаешь. И карьеры в том числе. Это мое личное видение по этому вопросу. Я не буду углубляться в моральные понятия, поэтому... Владимир Иванович, я прошу прощения. У нас есть сейчас на связи морской пехотинец, который сегодня принимал участие в отражении штурма российских войск в Крыму. Если можно, я вас прерву для прямой связи по телефону. Dear colleagues, we are having a marine from the Crimea right now by telephone. Just a second. Сегодня произошел штурм батальона морской пехоты территории части представителями спецназа Российской Федерации. В ходе штурма, значит, были обстреляны наши военнослужащие, казармы, штаб, в общем, уничтожены все
кабинеты полностью, все помещения, которые были в этих зданиях. Личный состав получил травмы, некоторые даже тяжелые. Просто мы не знаем, что с командиром и с замполитом нашим. Говорят, командиру там ребра сломали. Вот. Остальные, в принципе, отделались шипами, синяками, ссадинами. Вот. На данный момент часть военнослужащих, которые изъявили желание служить в Российской Федерации, остались на территории части с российскими военнослужащими. Ну и продолжают работы по благоустройству территории части. Те военнослужащие, которые изъявили желание убыть на территории Украины, продолжить службу на Украине, распущены по домам, чтобы собрать вещи личные. Вот. И на 3 часа сегодня планируется выезд. Вот. Опять же, эта информация требует подтверждения. Вот. Вот так вот. Алло, слышите меня? А у вас было оружие на руках, когда началась атака, и была ли команда на применение оружия по оккупанту, которые напали на вас? Было ли у вас боевое оружие на руках во время нападения оккупантов, и был ли приказ защищаться от этих оккупантов боевым оружием? Нет, повторите, пожалуйста. Ну, на этот вопрос я не могу ответить. Это было указано давно уже. Я вас тоже очень плохо слышу. Я не могу вам ответить на этот вопрос сейчас. Перепадет Deutsche Welle. Есть ли приказ на то, чтобы покинуть расположение части и вернуться в Украину? Да, был. Any other questions? Чи є питання? Подробности я не могу сказать, потому что не знаю. Я обычный военнослужащий, обычный офицер, я получаю приказ от своего начальства сейчас. Конечно, давайте. Hi, Mike Kamerschlag. Can you give us casualty numbers of how many people were wounded or injured in this attack? Ссадины, ушибы, были вообще все военнослужащие. Вот. Но особенно пострадали, я же говорю, командир батальона, по словам, потому что мы не видели просто, что с ним дальше произошло. Его забрали на вертолете заместителем по воспитателю. Это около 150 человек. Thank you for your questions. Do you have questions to Mr. Voloshin? Чи є ще питання до пана Волошина?
Пане Володимир, питання наступне. Дивіться, тим військовим, які перейшли на бік Російської Федерації, в принципі, пропонували продовжити службу в їхніх лавах. Ви як військові, скажіть, це взагалі, що наскільки мені так видається, як цивільній людині, то військовий, який принаймні раз та зрадив присязі, чи був служив в лавах іншої держави, ну навряд чи будуть довго перебувати в лавах армії іншої держави. Тобто, чи це не є просто, знаєте, ну такий засіб, щоб переманити їх на свій бік, а потім просто викинути з лав військових, як таких? Дякую. Ви знаєте, я, мабуть, перед цим вже так говорив, о том, что единожды изменив, не сделаешь на этом никакой карьеры. Я, конечно, ну не буду. Наверное, вы правы в том, что действительно в какой-то степени это они сделали показательно. И я думаю, что эти офицеры будут вынуждены уволиться. И, наверное, потом будут, вспоминать или что-то себя осуждать, а может быть не осуждать. Я не хочу в эти моральные сейчас вдаваться, но я скажу одно, что действительно, скорее всего, так оно и должно быть. Наверное, по-другому и не получится, потому что Керченский батальон, не всех знаю офицеров, потому что этот батальон буквально недавно был преобразован с механизированного батальона и стал батальоном морской пехоты, но, по крайней мере, когда я общался с командиром этого батальона, я видел, все-таки дух морского пехотинца присутствовал. И то, что они вчера даже в разговоре со мной говорили, что вот к нам хорошо относятся, к нам это самое. Вы понимаете, говорить за ту сторону очень трудно и предвидеть ту ситуацию, как поступят с людьми, мне тоже. Мне кажется, вот как человеку военному, наверное, все-таки... Вы сами в своем же вопросе ответили то, что очень будет, наверное, первоначально будет хорошо. Потом, наверное, будет все-таки сложно и будет какая-то переаттестация. Может быть. А может быть и сложится у ребят все нормально. Что их, еще раз говорю, что их подвело к принятию такого решения? То ли отношения высказаны недавно и министром обороны, адмиралом Тенюхом, то ли что-то еще. Я не готов. У меня есть информация, что был какой-то брифинг с командирами частей, и вроде бы существует какая-то аудиозапись этого брифинга. И мне обещали, может быть, этот аудио... Но еще раз говорю, осуждать сейчас или делать какие-то преждевременные выводы, какие-то, наверное, преждевременные. Надо полностью оценить всю ситуацию, которая была, сложилась там, на тот период, какие были указания, а это можно сделать только, наверное, проведя какое-то внутреннее расследование по журналам входящих шифрограмм, если велись такие журналы боевых действий, которые в какой-то степени должны были вестись ежедневно, что, где и как. Я думаю, время покажет, кто прав, кто виноват. Еще есть вопросы ко мне? Dear colleagues, let me thank Mr. Voloshin, who is present here today. Later we'll be having everything according to the agenda in the morning. So at 3:00 we'll have representatives from the HIV Alliance who'll be talking about their issue. Thank you. As I've said earlier, no captain available because of the events in the morning, but we had one of the soldiers from that ship.